А я хочу первый быть. Беги, беги, беги. Опа! Ну что, маленький зеленый убийца идет. Ты понимаешь, просто мне все запаржало. Куда залез? А, только Лёха, хорошо. Хорошо, только Лёха, ладно. Ладно, ладно. Джонни, давай со мной. Джонни, сними меня с дерева, я не могу, я как кошка, я залез и слепил. Вот там и сиди теперь. Ищем, ищем нычки, которые только возможно. О! Чё? Ой, нашёл нычку. А, ну чё-то как... Ну да, такое. Чё-то так... А, не-не-не-не-не, залази. Думаешь? На улице в клетке, пацаны. Да-да-да-да. Ладно. Давай сюда. О, но бэд. В принципе, вот, к вам вот успею. Это уже тема. Давай, Лёха. Бомбалейла. Так. Давай, быстрее. Все, изи. А чё, выбраться отсюда можно будет? Чего? Смотри. А-а-а-а! Я выхожу, напомните мне, пожалуйста. Через 6 секунд, я думаю. Смотри. А, это нычка в нычке. Я понял. И сейчас? Это нычка в нычке в нычке. О, смотри! Жесть! Это жесть. Забей. А, пацаны, хотите прикол? Вы же меня даже не увидите, я маленький. О, карлик маленький зашел. Коротышка пришел, пацаны. Давай нас, ищи. И Карлан. Толя, с тобой опасно прятаться, знаешь, опасно с тобой это дела иметь, потому что ты нормальное место нашел. А тут можно залезть? О, что, кто нажал? Кто нажал? Ну даже не я. О, ни хрен. Так, ладно, окей, я еще круче спрятал. Давай, не запали нас. Ой. Аккуратно. Ноги поломал немного. А тут что-то есть, по-моему? Где вы, ребят? Подожди, моя твоя не понимает. Нажми на телепорт. А мы Карлсон, который живет на крыше. Не понимаю немножко. А как угадай. Вы попали? Ну, ебать, ты меня так напугал, сука. А, привет, пацаны. Здорово. Я понял, как вы сюда попали, естественно. Я вот сюда вот сныкаюсь. Серега! Ты что-то меня заскримило немножко, я упал. Это, Альсеры. Я думал, Альцгеймер хотел сказать только что. А я двери не могу открывать, маленькая слишком. Я не дотягиваюсь до двери. А ты прыгай. Толя. Все или ничего? Блядь. Я серьезно, я двери открыть не могу. Нет, я минус, потому что я не допрыгнул. ХП не хватает, да? У меня тоже такая проблема. Ну, можем это. За тобой пиздюк Йода бежит, Джонни. Бэби Йода. Да ты съебался. Бэби Йода. Странный ник пропал. Бэби Йода. А, во, появился, ну. Опа. Ага. Не, ну здесь не найдут, уже пофигу. Что такое, Серега? Найти его не можешь или что? Мой маленький мальчик. Думаешь, Халк? Это на самом деле просто пузатый маленький Йода. Серега, он в той же нычке, короче. Я понимаю, я вон его вижу. Да, видишь меня? Да, вижу. Вообще-то это Толя. Блять. Один вопрос. Бля, минус Джонни. Нету больше вопросов. Не, пацаны, мне нравится, как мы играем. Где Толя? А Толя тоже к нам отправился. Пацаны, идите ко мне, покажу вам кое-что. Блядь! Я заблудился. Срочно! Джонни, ты как так-то? Пойдем. Нет, пойдем. Я пойду, я могу вас убить. Хотите? Давайте, пойдем. Сюда. Ребята, сюда, идите, ну время, 20 секунд, он сейчас выйдет. Давай. Все, короче, я пойду отсюда. Охуенная нычка, просто ни в коем случае не заходите в нее. Подожди, так, может, тут еще есть нычка в нычке? Клей, момент. Слушай, не знаю, на самом деле. А там муняк вышел. Вы думаете, вот этот карлик вообще достанет ножом, нет? Сейчас открою дверь. Воу, полегче. Это не работает. Это было не по-пацански, кстати. За мной пиздюк Йода бежит, Лёха! Вижу. Но! А, тебе в ответ, что ли, прилетело? Ты прям молодцом, Серёж. Спасибо. Вот только он, мне кажется, уже рядом. О, блядь, ты чё бухаешь? Я даже не понял! Ты чё шаришься? Ёбу, Лёша! Беги, сука, беги! Я наблюдаю за тобой, пиздюк йодовский. Слышишь, за угром. Прыжок! Победа! Блядь. Да нет, блядь!
Сука, телепузик маленький, блядь, зелененький, нахуй. Я еще хочу. Ну что ж, давайте похаваю теперь я вас. Здорово, пиздюк Йода. Здорово. Как дела? Эй, what up, fucker doing? Туда, там. Я не понимаю, он смотрит на меня или нет. Ай-яй-яй-яй. Закидывай его. Ну так знаешь, я прыгаю еще вообще какой-то в пол целую, как будто такой. Джонни. Да. А мы на первом этаже. Там же, да? Ну да, на первом этаже. Подожди, ну-ка пройди, потому что вдруг он на меня приземлится там с крыши захочет. Так и надо. А у меня во дворе бегает Леша во дворе. Ну-ка. Пароль, иди в Заку. Опа! Чуть левее просто хочу отойти на всякий случай. Ну, а чуть левее? А куда хочешь чуть левее подойти? Я в ту комнату хочу. Да просто, чтобы потом через окно сигануть. О, кстати, тут можно залезть? Нельзя. А смысл дать вот эту трубу делать? Ладно, Джонни. Блять! Мы на втором этаже, так уж и быть. Так уж и быть, мы на втором этаже. В курсе, что мы на втором этаже. Данил, он вокруг дома бегает. Он еще не понял. Я ничего не понял. Сейчас, хорошо. Значит, я на первом этаже. Иду на лестницу. Так. Ага. Ага. Открываешь дверь. Давай. А дверь-то не открывай. Подожди. А чего места все заняли? Отойди. Да, Лёш, ты заманал, тут тебя отойди тут. Метре. А я хочу первый быть. Да кончено, беги. Опа! Ну что, маленький зеленый убийца идет. Ты понимаешь, просто мне все запаршало. Опа. Отлично. Это было забавно. Ну что ж. Опа. Ага. А куда вы делись? Зарезал меня. Зарезал, конечно. Эй, мандалорец, блять, маленький, сука. Опа. Какой мув был. Хоп. 200 IQ. Какой 200 IQ? Серега до сих пор на дереве сидит. Кто сидит? Где? На том самом. Гонишь? Нет, на другом. Мандалорец, мандалорец. Столько деревьев нигде нет, а где подсветка? Оп. Лево. Стоять. Кто там ножом черканул сейчас? Без понятия. Сука. А ну иди сюда. А ну иди, маленький засранец. Я могу сказать, Толя, где находится? Ну не буду, он мне плохое зло никакое не сделал. Here comes the money. Money. Толя, у тебя сколько хп снесло? Не знаю, у меня 20 осталось. О-оу. И что делать будем? Умирать! Так, ну ладно, сам умер. Я не увидел, где Серега. А вот этот вот. Ой, все, бегай. Сам. Просто одним видом напугал. Изи. Эй, карлик Йода, ты готов уже там убегать от нас, мандалорцем? Да, карлик. А я вот нычку знаю одну. Какую нычку? В очке у него сразу запрятался, да, чтобы он не заметил, а? Нет. Нет? Ну ладно. Нычка другая. А как отсюда выбраться? Зачем? Мне кажется. Откуда залез вообще? Как ты там выбрался? Подожди. Откуда? Опа. О, не все, понял, принял. Здравствуйте. Как у вас дела? У меня дела супер excellent, но через 5 секунд у нас будет немножко это... Где Макдак? А ты можешь погромче сказать, Серег? О, вот такой вот Макдак, ни хрена себе. У нас карлик уже там гонится, смотри, какой злой с ножом гонится. Так понятно, где вы? Да, мы недалеко, в принципе. Блять, да ёк! Да скользко! Да скользко все! Так, где второй? О, нихрена комната себе. Ну-ка, что там? Классно, да? Да. Диджей, это комната Илюхи, что ли, блядь? Я залишаю своим. Oh, bad. Мне кажется, это вообще имба место. Ну, ты внимательно послушай наш диалог, который был только что, буквально секунду назад. Вот. Напиши в чате, Серега, к тебе приду. Не-не-не-не, давай подсказку, давай сам гадай. Короче, если бы я был бы Илюха Иксайлом, эта комната для меня была бы шикарной. Так он не видел эту штуку. Ну вот найдет и поймет сразу. Ну не совсем, нет, тут. Именно так, да. Пацаны, серьезно. Вы серьезно? О! Блять, ну опять самое. Понимаю. Это просто каждый раз. Ну нахуй. Я знаю только сюда, может, можно залезть. Все. Серег, вернись обратно. А, да, куда? Вот сюда, да. Ну это ты знаю, да. Так, дальше. А может отсюда куда-то можно? Мы искали, не получалось. Вы хорошо искали? Я по окошку вообще залез. Мы можем, в принципе, потише это говорить, потому что там это... А, я... Ёпта! Пацаны, я иду на поиски! О, анимешник. Опять вы там, а как вы забрались сюда? Терен, ну чё, Лёха?
Блёй! Да, эпично! Нравится так вот, блядь! А ты как туда попал? Через дерево. Ты как из палаты сбежал, блин? По всем деревьям можно залазить, если что, если вы не знали, кстати. Беды с башкой. Оп, на нахуй. Ты про это говорил, да? Да. Я понял. Где он? Блин, где Толю искать? Тири, 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 тири. Где искать Толю? Реально, я не понимаю, где Толю искать? Ребят, подскажите, пожалуйста, подсказка нужна, серьезно. Бля, мне кажется, ему легче будет самому умереть, нежели ты его убьешь. Да, надо самому сдохнуть, все. Толя, максимум. Нет, Толя, не делай этого! Блядь! Не-не-не-не, все, Толя, тормози. Отвали, нет. Трезво говорю, тормози. Бля! Я понял! Он сразу! Это просто самые быстрые раунды маньяки, которые только могут быть.